Ты совсем рядом, Питер. Стражи Галактики, ребята. Привет, это третий эпизод. Это третий эпизод. Начинаем. I got it, Mom. Thanks, baby. Мам, прошу, спасибо, малыш. Another headache? Опять голова болит. Чуть-чуть. Just a little one. Stop worrying. Не переживай. It's fine. Все хорошо. This took me by surprise. Didn't look like a little. Не похоже, что чуть-чуть. Nothing I can't handle. Ерунда, я справлюсь. Especially with you looking. Особенно когда ты со мной присматриваешь. I better get that prescription. Лучше пойду куплю лекарства, пока аптека не закрылась. Пока я хожу, не лезь в неприятности, ладно? Be good. I know that's not always easy for you. Я иногда знаю, что это тяжело. Ну что там хорошего? Быть хорошим мальчиком тоже хорошо. Хоть один пример. I'll get back to you on that. Не, об этом потом поговорим. I'll be back soon. Я быстро. Hey, Pete. Привет, hey, Пит. Привет, мистер Пинкл. Хочешь сделать копию подборки? Да, ага. Очень хороший подарок для мамы. Как она, кстати? Она не очень хорошо себя чувствует. Сочувствую, Пит. Что ж, уверен, музыка улучшит ее самочувствие. Музыка творит чудеса. Обе стороны. Приходи примерно через час, все будет готово. Привет, Питти. Делаешь подборочку для любовничка? Да заткнись ты, Кларенс. Детка, ты умственно отстал, я миллион раз объяснял, мне не надо назвать по фамилии Кинг. Боишься, что я опять поломаю? Боишься, что я тебя опять ударю? Только послушайте его, думаешь, что он крут. Кстати, как твоя губа? Дай сюда. В смысле? Ты что вообще здесь делаешь? У тебя же нет денег. Весь город об этом говорит. Твоя мама даже врачам заплатить не может. Она ходит по соседям, просит помощь, как убогое ничтожество. Она сейчас, наверное... Не нарывайся. Пошли угрозы? Ну давай, врежь мне. Я даже не почувствую. А? Ну ты все? Ах ты писюн. О-о. Да она заткнись, ты, я имел в виду, извини. Не надо, перестань. На тебе, сука, Питер. Что ты натворил? Он говорил гадости про тебя, про нашу семью. Мама, я это сделал ради тебя. Мне все равно, что он говорил, это всего лишь слова. И это последнее, чего я хотела бы. Как ты? А мне челюсть сломал. Мы об этом говорили, Питер. Я же просила тебя не драться. Посмотри на бедного мальчика. Мама? Мама? Боже мой. Я вызываю скорую. Ну и все эти... Пидорасы, все до трусы. Ты так близко, Питер, ты так близко. Что за... Эпизод третий, больше, чем чувство. More than a feeling. Вот эта песня, именно она.
Гамора? Гамора! Гамора! Не, Блок, ты не слушаешь, старайся, давай, сильнее. Поехали, эй! Ты в порядке? Этот храм явно играет с моей головой. Прием, Гамора. Эй, Гамора, это я! Давай, Неблот, ты же можешь лучше. Я не Неблот, здесь ее нет. Это я, Питер. Ты же любишь и определенно не хочешь убивать меня. Да в смысле? Да это нечестно, у меня нет меча. Вот это жопа. Да в смысле? Стой, стой! Гамора! Кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью. Давай-д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 авай! Отлично, отлично, отлично. Мы справились с этим. Какие-то баги здесь у них, у всех. Сосредоточься, не было. А, это она так. Это уже она видит так. Ты должна следить за всем вокруг себя. Восприятие имеет такое же значение, как сила и скорость. Ничего из этого не имеет значения, пока я торчу здесь. Я хочу испробовать все, чему ты меня научила за пределами этого зала. Убийство... вот так. Знаю, тебе кажется, что ты хочешь этого. Но как только ты отнимаешь чью-то жизнь, пути назад нет. Танос заставит тебя убивать снова и снова и снова. Довольно скоро ты станешь всего-навсего убийцей. Я хотя бы кем-то стану. Нормас вообще. Хера себе. Кажется, ты теряешь хватку. Едва ли. Сейчас навешаем ей люлей. Так, это вот эта жопа, конечно. Это мне только немного. Не успеваю прочитать, быстро очень все происходит. Давай, 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 давай. Кью, 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 кью. Я не могу, Гамора, мне больно. Чтобы она знала, где ее место. Отец? Небула, ты заметно преуспел. Отец, возможно, ты будешь убийцей в галактике, лучший убийца. Ты разве не согласна, Гамора? Согласна. Она заметно преуспела. Какая приятная неожиданность. Возможно, поражение сестры напомнило тебе о важности смирения. У меня есть для вас задание. Вы отправитесь на аванпост Кри на планете Фелион. Вы там найдете генерала Тарволла. Он завладел тем, что мне нужно. Неким устройством. Гамора, ты принесешь мне это устройство. Ты не было. Ты убьешь генерала. Спасибо, отец. Я обещаю, что справлюсь. Я знаю, что ты справишься, дочь моя. Гамора. Гамора, ты всегда была лучшей. Но ты стала холодной, отстранилась. Мы не разочаруем тебя, отец. Но ты уже разочаровала меня, Гамора. Иначе тебе не пришлось бы брать Небулу с собой. Подготовься, вы отправляйтесь немедленно. И Гамора, я знаю, что тебе уже все равно, но если ты меня подведешь, твоя сестра поплатится за твою промахи. Скажи Небуле, что я желаю поговорить с ней. Все в порядке? Что происходит?
couldn't hear you, but father... Я вас не слышал, но отец... Он выглядел недовольным. Танос хочет поговорить с тобой. Со мной? Как же клево нарисованы, особенно глаза у главных персонажей. Прям вот кинематографично, прям вот так скажу. Аванпост Кри, Филион. Ребятки постарались к третьему эпизоду сделать графику еще интереснее и лучше. Я прям не могу не налюбоваться. Похоже, это здесь. Мой шанс проявить себя. Или опозориться. Не беспокойся, Нева. Я тебя вытащу. Нет. Я должна сделать все сама. Меня для этого обучали. Мушки. Просто возьмем это. Это генерал. Быстро на его. Ох ты, ё-моё. Крутышка, прям крутышка. Вот ты где. Вот это жопа, класс. Да в смысле? Кью, украла? Уже украла, нихера себе. Сохраняшечка прошла, отличненько. Да блин, тут нажимать, конечно. На! Ну, давай, решай вопрос. Все-таки она его убила. Ну, скажем, что не она. Небула, ты в порядке? Ты ранена? Зачем? Зачем ты это сделал? Что? Он был мой. Это была моя жертва, не твоя! Тарвол чуть тебя не прикончил, не было. Я тебе жизнь спасла. Я знаю, ты хочешь впечатлить Таноса, но честное слово, это не ради него не стоит умирать. Отец. Дай мне устройство. Небула, ты что делаешь? Это была моя жертва, так что отдавай мне устройство. Отдай немедленно. Нет, так не пойдет. Ты мне приказы не отдавай здесь. Что какая? Тогда у меня нет выбора. Что, блин? Тить твою мать, блин. Предательство от сестры, это, конечно, жопа. Дрянь такая тупая. Ищи чучу на мандрючу, блин, сейчас. Вот это дерьмо! Ты меня ударил! Ты меня чуть не убила вообще-то. Тогда у нас ничья. Возможно.
Я не знаю, в чем дело. Мы вот входим в храм, а в следующую секунду я... Да, я знаю. Подожди, ты все видел? Мои воспоминания? Как ты? Я бы хотела больше никогда не вспоминать об этих событиях. Я очень хотела забыть, они были. Но когда я увидела... Она думала, я эгоистка. Отняла все, чего с таким трудом я добилась. Почему она никогда не простит мой поступок? Она пыталась тебя убить. Поэтому и этому нет оправдания. Слушай, если уж кому-то излиться, так это вообще тебе. Небуло так не считает. В тот последний момент он заслонил все. Все, что я не помнила. Но было время, когда мы были счастливы. Несмотря на Танос, и несмотря на все остальное. У нас были мы. Может быть, я могла сделать что-то еще. Нельзя изменить прошлое, Гамора. Нельзя. Она такая, какая есть. Вот именно, Питер. Небула такой стала из-за меня. Враждебность, бесчувственность, неспособность доверять кому-то бы то ни было. Она дочь Таноса. Кем еще она могла стать после моего предательства? Я подвела ее. Слушай. Ты ее не подводила, ты никогда никого не подводишь. Ты самый надежный человек, которого я знаю, поняла? Я тебя чертовски уважаю за это. И не только за то, что ты задницы надираешь. То есть, ты надираешь здоровенные задницы, Часто задницы надираю, а? Да, черт возьми. Пойдем. Знаем, зачем Горн притащил нас сюда, пока это еще все более-менее... Странно. О, эту песню любила моя мама. Она запись эту крутила постоянно. Питер, подожди, это место, кажется, оно использует наши воспоминания против нас. We don't know what we'll find inside, or why it's been drawing us here. И зачем оно сюда тянуло нас? Не волнуйся, хорошо, я справлюсь с чем угодно, обещаю. I've heard that before. Это я раньше слышал. Да ладно тебе, это когда я умер? Вообще не считается. Тогда веди, только осторожно. Ты узнаешь это место? Да. Здесь моя мама. Здесь я видел ее в последний раз. Питер, я не знаю, что все это значит. Но я надеюсь, что как-то ты сможешь вернуть свою маму. Есть только один способ это узнать. Пойдемте. Ты, твою мать! Что-то какие-то искажения.
Мам? Мам? Охренеть. Ого, это кто? Это что? Получилось. Кто ты? Мы уже знакомы немного. Меня зовут Мантис. Не мама, нет? Точно не она. Вы пришли за мной после всех этих... А что это? Они слишком яркие. Эй, смотри сюда. Питер Квилл. Really, ты пришел. Откуда ты знаешь меня? Мы уже встречались. Но я не была собой. Я не успел. Отличные рефлексы. Можно я еще раз попытаюсь? Просто ухо чесал. Можно я возьму? Конечно. Чего? У меня еще есть. Спасибо. You're welcome. Всегда пожалуйста. Здесь гораздо лучше, чем в гробнице. Я больше не узница собственного разума. В одиночестве. Ты настоящий герой из легенд. Такой отважный и красивый. Ну, не в прямом смысле, пожалуй. Чего? Тебе, наверное, много вопросов. Зачем тебя туда засунули? Чтобы ты меня отыскал. Как-то не помогло. Я все время ждала тебя. Как только ты взял в руки горн, я поняла, что ты целестиал, который мог бы меня освободить. Я стала звать тебя как могла, через воспоминания. Самые яркие из них. Такого я не предполагала. Прости, я понятия не имела, что для тебя это так заденет. Я надеялась, ты будешь рад снова с ней увидеться. Я не хотела, чтобы мой дар причинил тебе боль. Ты обиделся. Откуда тебе знать, что он чувствует? Я покажу тебе сердитая женщина. О, нет. Неважно. А тебе можно показать? Давай. С огромным удовольствием. Добром это не кончится. Это какая была эмоция?
Вряд ли нужно говорить об этом вслух. Эротическая. Видишь ли, я эмпат. Я чувствую эмоции других людей. Мой долг — помочь Целестиалу решить судьбу Горна. Это может пригодиться. Ее надо с остальными познакомить. Ага. Познакомить эмоциональное существо с парнями, которые терпеть не могут эмоции. С кого начнем? Есть один кандидат. Это значит лайк. И, ребята, вы ставьте лайк тоже. Забвение. И что должно случиться? Маленький пушистик, неизмеримость опечален. Эй, теперь испуган и зол. Эй, прекрати! И что это такое, Квилл? Что за жужелица со мной вытворяет? Мантис эмпат, ракета, она чувствует твои эмоции. Кстати, именно она оживила наши воспоминания. Ты? Мы мотались по галактике, удирали от этой психованной халы ради какого-то фокуса? Я обязана направлять Целестиала. Что, черт возьми, это значит? Целестиал? Она знает про Горн Вечности, она говорит, между ними есть связь. Предполагается, теперь я во всем разобрался. О, сейчас объясню. Давным-давно. Эй, ты собираешься валить на нас бесконечную бредятину по своему родословную, и почему она должна была здесь всех волновать? Да. Что не так? Такое с этими я пронесусь по галактике, как здоровенный урод, и ля-ля-ля-ля-ля. Переходи к самому интересному. Я так давно ни с кем не разговаривал, я надеялась, что кто-нибудь захочет послушать. Давай, бегом. Ты же слышал, давай про интересное. Существует легенда о Целестиале, об избранном, который прилетит со звезд, чтобы управлять городом Вечности. Это Целестиалы. Какие они? Очень умные, невозмутимые, мудрость их способна управлять могуществом неизмеримой глубины. Кто-то способен отказаться от корыстных желаний. Это в точности про меня. Эй, да ладно, ребята, ну хватит. Что смешного? Питер — Целестиал. Дамочка, ну ты трепло. Если Питер — это как его там, тогда дурацкий Горн не срабатывает. Почему? Да, он ожил, но когда мы попытались его еще использовать на кое-ком... Вообще ничего не получилось. Утрата. Печали тебе с недавних пор. Горн сейчас работает не в полную силу. Он может только вернуть жизнь в тело, которое почти уцелело и не испортилось. Ты сказала сейчас? Значит, похоже, что-то может измениться. Да, ты можешь все изменить. Я? Как? Целестиал должен доставить Горн в святилище. Там можно раскрыть подлинную силу Горна или же уничтожить его навечно. Подлинная сила — это что? Вернуть любимого из любого времени, вернуть в мир живых. Потерянных, любимых. Зачем мне уничтожать Горн? Классная же вроде штука. Хала. Классное дорого обходится. Энергию жизни нельзя создать, ее можно только передать. То есть кто-то все равно должен умереть, чтобы штуковина заработала. Тогда добиваем и пойдем задействуем эту штуку. Да! Правда? Кого ты собираешься убить? Вот сейчас ты меня прямо бесишь. Хала хочет при помощи города вернуть себе армию. Нужно его уничтожить. Сначала верни мне семью. Я есть Грут. Грут говорит, что согласен со мной. Трое против одного. Гамора, мы выиграли. Неправда. Грут чувствует по-другому. Я в смысле...
Поверить не могу, ты ни разу не додумался задать этот вопрос, и меня это пугает. Ты вообще игру-то понимаешь? Разумеется. Ну извините, я просто не хочу, чтобы эту штуку уничтожили раньше, чем ее используем. Это был единственный раз. Я весь Грут. Ладно, 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 два раза. Что ж, счет равный. Двое за то, чтобы ее оставить. Я есть Грут. Давайте угадаем. Он сказал двое за то, чтобы ее уничтожить. Вы не поняли? В данный момент, я думаю, нужно его уничтожить. Нельзя, чтобы он снова попал к Хали, а то нам всем придется учить крийский язык. Или погибнуть. Ну, так или иначе, все пути ведут к Титилищу. Может, нас туда доставить Мантис? Я там раньше не была, но если вы поможете, я, наверное, почувствую это место. Можно нам чуть-чуть свободного места для концентрации? Я с удовольствием. Если как бы понадобится, я смысленно не с вами. Раньше так не было. Я правильно делаю, или все будет проще, если ты помолчишь? А, окей, ладно, хорошо, я молчу. Молчу. Я не могу воспринять святилище. Твоя команда в сильном смятении, их эмоции захлёстывают меня. Они хотят, чтобы ты их направил. Помоги им. Начинается. Разговоры вот эти вот. Ну, пошли к Груту. Ну... Привет, Грут. О, это твой друг? Есть Грут. Вот то, что я тебе скажу, все будет в порядке. Не важно, что случится с Горном. Я есть Грут. Эй, приятель, чё, как? Опа. Опять капитан нерешительность. Да что ты? Я не догоняю, что мешает тебе поступить правильно, Квилл. Не, в смысле, я могу на пальцах одной лапы пересчитать тех, кому подать шанс вернуть своих любимых. Я не собираюсь никого убивать, чтобы использовать эту штуку. Почка? Ты точка? Да ведь ты и так уже убил. Ну, убили Таноса, забыл? И это спасло тебе жизнь. Ты бы подумал об этом. Лучше бы Горн не возвращал тебя, да. Лучше бы он вернул кого-то другого. Да кого угодно вместо тебя. Ты ведь не этого хотел сказать. Теперь ты мне будешь говорить, чего я не хотел? Чувак, ну это у тебя... Я хотел сказать... Карта, черт ваше слово. Я есть Грут. Приятного вечера. Нажрался уже, смотри, чё. Маленький енот. Ну что же, это один из способов утихомирить бурю эмоций. Лайк, ребята, ставим лайк, если вам это все нравится. Дракс, как твои дела? Я в смятении. Горн может вернуть мою семью. И ты все же думаешь уничтожить его? Ну я... Ты наш командир, это твое решение. Почему я должен верить в то, что ты не отнимешь у меня шанс воссоединения с женой и дочерью? Даже при том, что ты не доверил мне охранять Небулу. Ну это и ты не внушал доверия своими последними действиями. Ты использовал силу женщины с антеннами без разрешения. Ты поступил неправильно. Понятно, что ракета разозлился не на слова той женщины, его чувства. Да ладно, было не так уж и плохо, а? Наши чувства только наши. Да, пожалуй, мне не стоило этого делать, прости меня. Дурной вкус с моей стороны. Мне радует, что ты приносишь извинения. Хотя непонятно, как твоя ошибка могла бы плохо на вкус.
Его способность видеть наши, ее способность видеть наши чувства. Должно быть, это тяжко. Не хотел бы я чувствовать боль других, как свою собственную. Спасибо, что проведал меня, Питер. Теперь можешь идти. Что-то раскомандовался, можешь идти. Куда хочу, туда и иду. Лайк? Лайк. Твою мать! Да что опять с вами не так? Тихо. Отлично. 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 Да что, ты в порядке? Что это еще было такое? Я пыталась сказать все, что могла придумать. И думала, что если попрошу ее задержаться ненадолго, может... Она не станет слушать только меня. Только не меня. Ее уже не изменить. Тебе нужно с этим смириться. Я знаю. Глупо было вообще с ней заговаривать. Нас с ней было уже ничто не примирит. Нам лучше держаться подальше друг от друга. Ну, у нее своя жизнь, у меня своя. А что если дашь ты еще один последний шанс? В смысле, ты если сможешь больше никуда в жизни не встречаться с ней, так что, может, времени, немножко времени не повредит. Нет, конечно, может повредить, даже сильно повредить, но, может быть, и стоит того. Можно было попробовать. Так, неправильно, не сейчас. Кажется, ей нужно побыть одной. Все, что ли, получается? Ну, наверное, да. Есть успехи? Боюсь, что нет. Здесь кто-то очень нестабилен эмоционально. Кто еще нестабилен? А, не было. Тихо, иди сюда. Да, успокойся. Эй, не было. Hey, Nebula. Да, привет, это я, Питер Квилл. Ну, ты же знаешь. Не против, если я присяду рядом? Да, круто, это как бы, ну, ты... Как твоя рука? Ничего. Правда, мне пригодилось бы обе руки вбить из Кри. Полагаю, мне повезло, что ты меня вообще освободил. Лучше командира не найдешь, правда? Нет, неправда. Но я тебя не виню. Сложно достойно командовать, когда у тебя в отряде Гамора. Говоря о моей дорогой сестрице, спорю, что она тебе все уши прожужжала. Что она обо мне говорила? Что я заслужила? Все то, что через прошла? Гамора сказала, что ты все еще дорогая ей. Надо признать, у нее интересный способ это показать. Даже Гамора даже не осознает, что она разрушила нашу семью. Но как бы мне это так не кажется. Что ты имеешь в виду? Когда мы были в храме, я видел воспоминания Гамора о вашем последнем задании. Вот как? Что ж ты увидел? Она спасла твою жизнь, генерал. Это Тар... Короче, от чувака, генерала. Слушай, она бы тебя убила, если бы Гамора не вмешалась. Нет, не убил бы! Ты даже близко не знаешь, что на самом деле случилось в тот день, как и Гамора. Во всяком случае, не все. Так покажи мне. А теперь прошу, возьми меня за руку. Если это меня убьет, я из тебя душу вытрясу. А, схватить. Все в порядке? Что происходит? Танос хочет поговорить с тобой. Со мной? Nebula.
Небула, самая любимая из моих дочерей. Отец. Ты атаковала сестру обычно и точно. Быстро и точно. Ты бы легко разоружила Гамору. Я был впечатлен. Гамора хороший наставник, я обязан ей всем, что умею. Но победу одержала ты. Очевидно, ты превзошла своего наставника. Ты должна кое-что узнать о Гаморе. Она говорит, я в ней не разочаруюсь, но в этом я не уверен. С каждым днем ей все больше беспокоит и огорчает твои успехи. Ты видела, она проявляет неуважение. Она раз за разом отказывается повиноваться мне. Я ей больше не доверяю. Тебе тоже не стоит доверять своей сестре. Вы можете мне доверить, отец? Что бы это ни было. Я знаю, что ты не было, никогда не разочаруешь меня. Будь осторожней с сестрой. Больше я ни о чем не прошу. Если от нее и дальше будут проблемы, ты можешь занять ее место. Будь на моей стороне, как лучшая из моих воинов. И как единственная дочь. Гамора все бесполезное, все ненадящее с каждым днем. Отец, Гамора нужна мне. Она моя наставница и моя сестра. Ты недооцениваешь себя, не было. Эта миссия и все расставит по местам. Твой час настал. Подготовься. Будь на связи, я буду следить за ситуацией. Так, это уже драка у нас получается, да. Но второй раз смысла, наверное, нет. О-о-о, какая пушка-то у него. Не берет его оружие. Так бы, конечно, она его вздрючила. Тихо, спокойно. Воткни ему туда. В смысле? Кнопочку нажала. Вот оно что, Михалыч. Вот оно что, Михалыч. Не было. Ты в порядке? Ты ранена? Зачем? Зачем ты это сделала? Что? Он был мой. Это была моя жертва, а не твоя! Тарвол чуть тебя не прикончил, не было. Я спасла тебе жизнь. Я знаю, ты хочешь впечатлить Таноса, но, честное слово, не стоит ради этого умирать. Небула. Отец. Гамора больше не нужна тебе. А мне тем более. Если ты от нее не избавишься, я сам это сделаю. Только я прослежу, чтобы она как следует помучилась. Дай мне устройство. Мне было, что ты делаешь. Это была моя жертва, так что отдавай мне устройство. Отдавай немедленно. Это был не вопрос. Нет, так не пойдет. Ты мне приказы не отдавай здесь. Тогда у меня нет выбора. Что? Это мы видели. Готово? Что происходит? Ты что им показываешь? Она показывала ваше последнее совместное задание. Я пытался показать ему, что на самом деле случилось с Тарволом. Да ты нам помешала. Прости, я не знала, что происходит.
Но единственное, ты предположила, что ты должна была ждать после того, что случилось. Эй, пацаны, девчонки. Она постоянно перечила Таноса, испытывала его терпение, она виновата в том, что случилось. Ага. Я же сама воткнула себе нож в спину. Просто неудачно прицелилась. Вести я убийца никудашная. Гамора, я не пыталась тебя убить. Вот как? И что же ты сделала? Потому что, похоже, было как раз ты пыталась. Танос сказал, что если не сделает она, он сделает это сам. Только чтобы заставить тебя страдать. Это правда, Гамора. Я спасла тебе жизнь. Признай, ты просто хотела доказать, что ты лучше, убив меня. Если бы я хотела тебя убить, ты бы была мертва. Танос собирался сам тебя убить. Там было не было мокрого места, а тебя не осталось. Знаешь ли ты, что я даже проверил твой пульс, чтобы убедиться, что ты жива. Гамора, я верю насчет этого. Если бы она не притворялась, чтобы убила тебя. Наверняка Танос был бы намного более тщателен. Такое возможно. Я не знаю, во что мне верить. Я просто пытаюсь сохранить наши отношения. Ты моя семья. О, наконец-то ты в общем-то согласилась со мной. Девчонки, девчонки, прекратите! Вы ведь хотите обе одного. А вообще-то он прав. Да, такое иногда случается. Чаще, чем иногда. Спасибо. Возможно, мы могли бы дать друг другу еще один шанс. Ладно. Да зашибись! Девчонки помирились. Умнички. Питер, я могу наконец почувствовать святилище. Отлично, 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 погнали. Пойдем, 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 пойдем. Это хорошо, это прекрасно, просто великолепно. Когда примиряются родные, это всегда хорошо. И что ж твои любимые сестры убийцы? Как дела? Классное было бы название для хардкорной группы. Привет, Питер. Дай мне минуту. Встретимся у меня в каюте. Хорошо. Квилл. Спасибо, что поговорил с небом. Да, мне много значит, что она здесь. Это мне дает надежды. Воу, да ты чего? Ай, больно. Что? Это был кинжал или что там у меня? Метательная звезда? Да, неважно. У тебя на бедре что-то колется. Я обычно не обнимаюсь. Ты хороший друг, Питер. Всего лишь друг, твою ж мать. Эй, слушай, Пит. Я там наговорил тебе гадостей, просто типа хотел извиниться. Просто я типа был на взводе. Давай просто свалим отсюда, а? Да, ладно. Скажи, когда будешь готов. Ты очень горд собой! Как для того, кто так опечален. Так, тоскуешь по прошлому? Эй, тише, в чем дело? Что? Ты чего плачешь? Почему я плачу? Это маленькая коробка, а не сейчас начнется. Черти. Прости за это. Иногда эмоции переполняют меня и рикошетят из других. Я в порядке. В порядке. Нормально. Нормально. Все на этом корабле отравлены своими чувствами. Слишком сосредоточены на прошлом. Вы не можете здесь жить и сейчас.
Не наслаждайтесь своими чувственными вещами. Думаю, нам лучше сосредоточиться на будущем. Завтра, возможно, будет все что угодно. Это обнадеживает чувство и очень наивное. Но иногда оно необходимо. Спасибо, что разрешил послушать свою музыку. От нее мне одновременно стало лучше и хуже. Мне очень понравилось. Это хорошо. Отправиться в святилище. Поехали. Эй, Мантис. Хочешь указать мне путь к этому волшебному святилищу? Конечно. Но путь не близкий, так что нужно будет всецело сосредоточиться. Мне ничего... Есть груд! Ничего не должно отвлекать. Ну и грандиозный же бардак ты устроил. Отвлекать. Я попробую что-нибудь придумать. Угу. Танцуй, танцуй. Здорово, чувак. Погнали. Я победил. Забавно. Прилетели. Дробина. Неизвестно. Дробина. Звучит как какой-то подмосковный район. Это вход в святилище. Что-то мне кажется, или у них корабль совершенно изменился, что-то как прям улучшился. И текстурки, и сам, в принципе, корабль немножко другой. Нормас такая дверь. This is it. Мы на месте. Круто, еще один храм.
Крии были известны не только как искусные воины. Часто в них архитектуры, их архитектуры заложен большой смысл. Да-да, любят они всякие звездочки, хуёздочки. Мантис, есть подсказки? Кажется, город нужно поместить сюда, на алтарь. Ну, надеюсь, ничего не взорвется. Давай, давай, Квилл. Не парься. So what? Ничего. Seriously? Да вы шутите? Well, ну вот, вот облом. Мне достаточно, наверное, камушка туда было положить, чтобы был какой-то груз, и все. О, нормально. Ого! Так гораздо лучше. Не получается. Реликвия на месте. Это есть. Значит, должно быть что-то еще. Ребята, осмотрите здесь. Попробуйте найти, что не в порядке. Ладно, Грут, пошли вот. Ну, ясно, что это чертовый храм Крии, что немного сложнее, чем надо было быть. Нет, ну правда, что они не слышали об этом? А, здесь не перейти. Охренеть, слышь. Тут не работает. Я тебя понял. Ага, а там? Нет, здесь бесполезно. Вон там проход. Ну, он же умеет взлетать. Сейчас залетим и сделаем все, что нам надо. Ну? Надо взлетать? А, тут один этаж, да ну нет. Ну а как? Хорош. А, нет, все. Все исчезло. Окей, я его смотрел. Так, а тут получается еще. А, вот говорить. А, это Грут. Че он смотрит? Хорош. Что-то он туда уставился и непонятно, что выглядывает. Нам это не надо. О! А-а-а! Ну, теперь все понятно. А как мне с тобой поговорить? Алло. Так он может летать, получается, да? Готов к тому, что случится, когда мы активируем все статуи? Это зависит от тебя, Пит. Ты знаешь, как много для меня значит возможность вернуть Лилу. И только ты решаешь, сбудется ли это. Ладно. Как ты вернешь Лилу, дурында? Она умерла уже, все, алло. Посмотреть, направить. Смотреть, наверное, не надо, а вот направить надо. Так, стопэ. Ага, вот так вот. Чё ты там говоришь? Они все... А, да нет, не хочу. Хорошо. Это получается две. И одна сломанная, понимаете? Сломанная. Так, это не надо трогать. Я тебя понял. Ля-л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 я.
Ты можешь по-другому как-то летать? Тихо, можешь. Или не можешь? Так, здесь ничего нет, да? Подожди, с каких краев? Вот. А, так вот, не пол. Не... Ну да, вот он неправильный. Летим. А тот сломанный получается. И каким хреном я его должен направить? Мне интересно. Тарелку найти. Нормас. И последний. А последний где-то здесь, он сломанный. Вот он. Он в потолок идет, его надо зеркалом отзеркалить. Сейчас найдем какую-нибудь хрень. Сверху посмотри. Где-то должно валяться что-то, что мне поможет. А, как я вернусь назад? Алло. Вот. Отличненько. А куда ты на... И куда он направляет? Погоди. Раз, два. А, ну так и чё? А, значит, нет. Anything? Есть что-то? Горн привел меня сюда, но теперь он молчит. Так, надо понять. Надо по... Да, иди. Это сверху херня бьет туда. Это бьет куда? А почему он туда бьет? Он должен на горн бить. Он должен бить в горн. Ну да, что-то странно. Не получается. Какая-то херня. Кажется, я понял, в чем проблема. Она неверно направлена. Ну и как ты направь ее верно? Че резину тянуть? Так она не направляется. Хорош. Ты заебись. Так, ну ладно. Так, подожди, может быть, она должна направлена быть не туда, а вот это вот, вот это вот. Ну-ка. Или нет? Ну да, нет, это уже все, это правильно стоит. Одна у меня смотрит хер знает куда, другая смотрит в другую сторону. А еще одна где? Раз, два. Их же четыре. Блядь, ну как неудобно-то сделано, а. Не пойму, подождите. А здесь какая-то кнопка. Нет, 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 нет. Так. Загадка века, блин. Это говно сюда смотрит. Хорошо. Это говно. Вот это кнопки. Это не кнопки? Да нет, это не кнопки. Вот какие-то хрени. Туда проход сломан. Туда проход сломан. Но у меня вот, посмотреть. Есть. Взлети-ка. И перелети. Перелети-ка. Перелети, говоря. Этот выглядит парень умиротворенным, просто он застоит неизвестно сколько уже.
Да, он ждет, пока Телестиал решит судьбу Горной Вечности. Разве не видишь, он знает, что ты поступишь правильно? Он умиротворен, как ты и сказал. Отлично, мне это что-нибудь дало? Мне это ничего не дало. Ну и да, он стоит, он светит в нужном направлении. Мне получается, он направлен. Этот направлен в сторону. Этот вверх. И все, тут их трое. Ну да, и с одной стороны мы пришли. И три шара. Ну, круга. Что-то не получается вот с этим. А вот это вот, подожди, что? Ну-ка. Напускайся. Тут нет ничего такого прям. Подождите, не понимаю. Так, ну давайте вот так. Раз ты здесь, ты не поможешь мне? Нужно подвинуть эту линзу на место. Нет. Так это... Как это ответ? Нет. Да. Да? Ты поможешь? Нет. Забавно. Пошли к Груту. Да нет, Груту. Можешь подсобить и подержать эту приблуду на месте? Спасибо тебе, дорогой. Вот. Да, Грут, ступай, помоги Питу уничтожить эту шикарнейшую приспособу, которая могла бы улучшить нам жизнь. Я есть Грут. Он говорит, что желает мне счастья. Но речь идет не обо мне. Он правда так сказал? Осталось еще одно. Сдается мне, что будет нелегко. Как-то да, потому что там... Потому что там ее нет. Блин, надо какое-то зеркало. Подожди, а кто зеркальный? Не надо. Да пойдем. Блин, у ракеты должна быть какая-нибудь зеркальная херотень. Ага, тут направлено. Может, от ее лысой башки от это? Ладно, хер с ним. А где наш дорогой ракета? А, вон Гамора теперь можно говорить. Наконец-то. А то уж совсем стоит без меня. Так, здесь нужно просто банально какое-нибудь зеркало. У девчонок же есть зеркала всегда с собой. Как успехи, Гамора? Через несколько минут нам придется решить судьбу Горной Вечности. Не нам. Тебе. Неизвестно почему, но это все в твоих руках. Слушай, я понимаю, что в последнее время ты становился на мою сторону и не прислушивался ко мне, но... Горн опасен. Ты должен сделать так, чтобы никто не использовал его никогда. Да в смысле, я его уничтожить хочу, хорош! Так, посмотрим. Здоровяк стоял вот здесь и держал над собой эту огромную, что бы то ни было, штуковину. Плохи дела, старость не радость. А нет, я ее уронил. И куда же она делась? Да, я понимаю. Понятно.
А как ты ее поднимешь, дружок? Она как минимум весит тонну, блин. Это голограмма, какая же ты дурочка! Заткнись. Я без тебя знал. Видели, да? Понятно. И что дальше, Целестиал? Эта штуковина здорово досталась, когда она шмякнулась. Возможно, внизу она еще цела. Как раз я на это и рассчитываю. Да, конечно, поднимешь ты ее. Ну так и чё? Вы все там, блин, говна поели, что ли? Ладно, эти дурацкие реактивные ботинки перегрелись. Найти стража, который поможет. Пошли поговорим. Она же все-таки должна мне помочь. Ты можешь быстрее ходить, камон. Помоги мне поднять. Можешь мне помочь поднять этот большой камень с линзы? Нет. Твою мать, ты че? Ну и не надо. Базарить с тобой не хочу. Козлина. Гамору я просить не буду. Давай с этого посмотрим Дракса. Дракс, мне нужны твои мышцы. Я не могу тебе их дать, они часть моего тела. Да, я знаю, что они... Но мне нужна твоя помощь. Мне нужно поднять что-то очень тяжелое. А, я понял, ты слаб. Я помогу тебе. Пожди, пойдем, пойдем. Конечно же, Дракс. Я готов. Красавчик. Ну так и чё ты там? Не могу достать. Ракета, мне нужно достать ту линзу. Знаешь, Пит, у меня в планах на сегодня нет пункта расплющиться в лепешку. Прошу, Ракета, ты мне нужен. Ладно. Но если меня раздавит, смотри, чтобы оживил этим чертовым городом, не смей его уничтожать. Магнит. Вот. О, спасибо. Интересно, прекрати. Да, поднял, смотри, чё. Как его держать? Но у нас нет статуи, куда ее можно установить? Парни, я бы достал эту линзу, я просто бы, типа, зашел издалека. Мне снова понадобится твоя помощь. Эту линзу нужно поместить туда, где должна быть вершина. Мои реактивные ботинки не работают, так что... Тебе нужно подбросить, давай я помогу. Ну нет, я на это смотреть не буду. Ладно, слушайте, подойдите все сюда. Не, не пойдет. Немного повыше. Выше я не дотягиваюсь. Мои мышцы мягкие. Да помолчите вы уже. Как попка младенца. О, это же мое лицо. Очень упитанного младенца. Извини, откуда мне знать повадки тех, кто там... Кто-то такая. Да налево, направо. Идиоты. Вот так, я вам помогу. Ты понял, да, что происходит? То есть мне уже нужно, можно бросить эту штуку? Ай! Ой, как... Понятно. Эти дурацкие храмы, я... По динамиту всем занесу.
Пришло время принять решение. А я его уничтожу. Прошлое должно оставаться в прошлом. Все остальное ерунда. Мы живем сейчас и живем в будущее. С планами в будущем. Поверни гор налево, чтобы навсегда уничтожить его. Поверни направо, чтобы зарядить его. Налево, значит, уничтожить. Ладно. Стоп, направо от него или от себя? Я не знаю. Что? Дайте посмотреть. А, поверьте мне, что такое чуть не случилось. Поверни сюда, чтобы уничтожить его. Поверни сюда. Ну все, мы поняли, поворачивай уже. Питер, ты должен повернуть его направо. Простите, но эта штуковина слишком мощна, чтобы ее применять. Господа, простите, нам нужно ее уничтожить. Спасибо, Питер. Так можно же, наверное, схватить ее пока там. Ракета, твою мать. Не отпускай. Ракета, я знаю, как ты расстроен. Ты ничего обо мне не знаешь, дамочка! Дракс! Ты не смеешь так разговаривать с моей сестрой. Я с ней разговариваю с Гаморой, как пожелаю, робот. Я есть Грут. Да ладно, и что же об этом знаешь? Ты просто тупая деревяшка. У тебя нет никаких чувств. Я есть Грут. Ты даже общаться самостоятельно не можешь. Думаешь, мне по кайфу постоянно тебя переводить? Ну, теперь ты начинаешь, Дракс, подержи меня. Вы все просто ужасны. Без обид, Дракс, но мудрость тоже не твой конек. Ребята, у нас гости. Благодарю тебя, Питер Квилл. Я никогда бы не нашла до святилища без твоей помощи. И без прибора слежения, остановленного Джинксаром на твоем корабле. Знаешь, не подумал бы, что ты сумеешь вынести тебя сильнее, чем в этот раз, когда ты убил меня. Ты же реально меня бесишь. Они больше не представляют пользы. Избавитесь от них. Есть контакт. Ах, залетела, прикинь, душа. Да ладно, опять! Я ненавижу эту чертову штуку. Меня это уже просто достало. Да, не повреждены были больше, чем я думал. Мать твою за ногу. Тебе как такое, а? Мать твою за ногу, ну реально. То есть там была иголка, здесь копье получается. Сигинь в глубины бездны, голубая демонищина, блин. Охренеть. Она прям реально демон какой-то. Круто. Он же знает, что можно его просто отпустить. Есть. Нет. Дракс. Слезьте с меня, это же друг, я задыхаюсь. Бумц? Это уже прямо какой-то Counter-Strike, нахуй. Хрен. Понятно. Да в смысле? А, я же нажал, он что-то тупит. А, перчатку снял. Вот это уже что-то. Крупная голубая дама! Это уже не в первый раз. Отлично.
Давай, ракета, давай, ракета! Занимательно. Ну, хоть минутку мне дайте, а? Блин. Так, на чем я остановился? Это было на удивление легко. Держись, дружище, я сейчас помогу. Какого хрена? Хорош! Тихо. Грут, красавчик. Я не специально. Эта штука просто пошла на боевое обучение. Она еще и знает что-то интересное. Типа карате. И так же, что вызвало у тебя такую грусть. Круто. Нам стоит почаще такое делать. Похоже, парням не помешает наша помощь. Это будет не так просто. Надеюсь на это. Чпунькс. Ну так Е, конечно, Е. А она какая-то вся железная, бляха-муха. О, здорова, здорова, тетка. Да и что-то ее вообще ничего не берет. Капец. Давай, давай. Может быть, ее собственным оружием проткнуть? Вот, нормально. Нихера себе. Как так-то? Так я нажал. Вы чё? Эй! Рубанула, сучка. Не было. Я в порядке. И никто ее не трогает. Горный вечность, ты принадлежит мне. Принадлежит мне. Хала, стой. Дал, блин, сын мой, вернись ко мне. Балдин? Мама? Нет, мой... Нет. Собственно, и все. И нету больше горна. Вечности. Все кончено. Горн вечности исчез навсегда. Надеюсь, ты доволен, Квилл. Мне горло пересохло. Ты поступил так, как было нужно. Ага. Пожалуй, что так. Из него по-прежнему можно пить ром. Ты все у меня отнял.
Я уничтожу тебя и все, что тебе дорого. Вот и все, дорогие мои ребята. Мы прошли третий эпизод. Так, сражение с Громилой. 19% всего набросились на Громилу. 38% победили Небулу. 80% убедили Гамору прекратить. Да. 92% позволили Небуле остаться. Судьба Горна. 61% уничтожили. Ну и все. Ну что ж, теперь за нами взялась Мантис. Теперь от нее больше вопросов, чем ответов. О Горне Вечности, о Хале, обо всем. Санитары Галактики, вот как мы должны называться. А Хала и Кри, да? Ну всего лишь космический мусор. Как бы Питер не лажал во всем, что он делает, но ситуация с Горном поступила оправданно. Она согласилась со мной? Ну, в смысле, конечно же, она согласилась, да, точно. Можно мне копию этого того момента, когда она так говорит? Да. Ему стоит сожалеть о том, что произошло потом. Все, дорогие мои. Ставим лайки, подписываемся на канал. И ждем четвертого, собственно, эпизода. Пока.